В рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Московской области проходят памятные мероприятия и акции. Одна из них – «Звонок ветерану». Ее участники связываются с ветеранами по телефону, поздравляют их с Днем Победы, выясняют, какая необходима помощь. К этой акции присоединились депутаты фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского городского округа. Они обзвонили более 80 ветеранов, проживающих на территории муниципалитета.